Правильные пчелы, которые делают правильный мед. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная дарам пасеки. Наша съемочная группа эти дары увидела, и не только. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Думаю, с Винни-Пухом в этом вопросе согласятся все. Впрочем, перефразирую известное выражение, пчелы – это не только ценный мед, это еще воск, прополис, пыльца, маточное молочко и даже яд. Всего специалисты насчитывают до 12 различных видов полезных продуктов, которые, кстати, называют 12 чудесами света. Не зря выставку назвали «Целебные дары с пасеки». Сегодня, если взять нашу республику, пчеловодство в нашей республике развивается, она в темпе развивается. Если в целом перевести на российские масштабы, то следует что сказать. В условиях, значит, неумелой реформы, которая происходила в России в сельском хозяйстве, практически российское пчеловодство сильно пострадало. Много сельхозпредприятий, племенные пасеки исчезли. И только благодаря, значит, оптимизму отдельных людей, руководителей, пчеловодство в Российской Федерации сохранилось. Иными словами, если бы всем известный ценитель меда Винни-Пух жил в 21 веке, жизнь его не была бы такой беззаботной. И дело не только в реформировании отрасли. В последние годы во всем мире заговорили о такой даже не проблеме, а беде, как массовая гибель медоносных пчел. Если популяция этих насекомых исчезнет, человечество лишится не только продуктов пчеловодства, но и вообще пропитания. По некоторым данным, из 100 важнейших сельскохозяйственных культур, которые дают 90% мирового продовольствия, 71 нуждается в опылении насекомых. Если медоносных пчел будет, не будет в нашей республике, то опылять придется нам самим, взять вату, как китаянки в некоторых провинциях сейчас делают. Одна девушка там в Китае, значит, за день тот до 30 груш опыляла, потому что все насекомые у них погибли в этой провинции. Чтобы такого не случилось в нашей республике, нужны такие выставки, отмечают знатоки. К примеру, один из разделов «Пчела и пасека» посвятили как раз здоровью пчел, их содержанию и разведению. Представлены на выставке менее серьезные, но не менее интересные темы. К примеру, медовая кулинария или секреты производства экологически чистой продукции. Работать выставка будет до 15 апреля. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.